Здравствуйте, мы в магазине будем проводить мастер-класс по декорированию стен под камень. Материал наш называется ваншпатль. Его можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. Он очень крупнозернистый, держит хорошо объем. Можно делать очень крупные камешки и какие-то другие элементы декора. Мы его полируем и сейчас будем показывать вам, как это делается. Прогрунтованная у нас подложечка. Краска с кварцевым песком. Она позволяет лучше держать объем. Наносить ее нужно хаотичными движениями, чтобы не было потом полосочек каких-то могут проявляться. Должно быть округленько. Наносим газу. И начинаем подложку. Немножко хорошие подходим. Теперь формируем камешки наши. По произвольному рисунку, как вам понравилось. Если не будете что-нибудь ставить, то вы должны быть объем создать. Все, остается сухнуть как минимум на сутки. Высоко уже, высоко наша грязь. Мы его пошлифовали немножечко совсем и отгрунтовали. Грунтовка глубокого проникновения. Теперь начинаем прокраску. В принципе, можно кисточкой, можно валиком, но хорошенько прокрашивать глубоко. Объем довольно большой. Мы красим кисточкой, наносим и растираем. Прокрашиваем вдоль рисунка, чтобы не оставалось поперечных полос, не оставалось краска в большом количестве в ямках, чтобы не было потеков. Хорошенько втираем во все ямочки, чтобы не оставалось пробелов. Все прокрасили и оставляем до полного высыхания. Если где-то тепло и сквознячок, то это буквально час. Отсекла наша нижняя красочка. Теперь придаем объем. Проявляем рисуночек. Чуть-чуть на губочку. Лучше кисточка, она так не сильно глубоко проникает. И чисто по макушечкам, легким движением руки. Если могу. Быстро-быстро рисунок совсем меняется, придается объемчик. При желании можно еще кое-где пройти более светлым перламутром. Буквально 10 минут и рисунок преобразился очень-очень. На уши. Шикарно.